Включение мест накопления отходов. Для создания нового места накопления отходов МНО перейдите в раздел «Мои места накопления», нажмите кнопку «Плюс» и заполните все блоки в открывшейся форме. Укажите адрес, по которому накапливаются отходы. При накоплении отходов, принятых от населения, сделайте отметку в поле карточки МНО для сбора ОПВК от физических лиц. Укажите вместимость МНО, то есть тары, помещения или другого объекта, в котором отходы накапливаются до момента вывоза оператором. Укажите сведения о праве собственности или аренде участка земли или недвижимости, на котором накапливаются отходы. Выберите муниципальное образование по коду ОКТМО. В случае, если МНО находится на режимном объекте или в ЗАТО, пропишите условия въезда, сроки оформления разрешения на въезд на территорию и контактные данные лица, к которому можно обратиться за оформлением пропуска. Если для объекта, на котором расположена МНО, установлена категория НВОС, необходимо заполнить данное поле. Если указанный объект не является объектом НВОС, соответствующее поле не заполняется, прочерки не ставятся. Укажите вид образуемого отхода в соответствии с паспортом на отход. В одном МНО может быть указано несколько видов отходов. Укажите код и наименование отхода в соответствии с паспортом отходов. Информацию для строки «Происхождение отходов» необходимо взять из паспорта отхода. Пропишите каждый компонент отдельной строкой в соответствии с паспортом на отход. При отсутствии в паспорте минимальных и максимальных значений компонентов, предусмотренных для этих данных полях, указывается одинаковое процентное значение компонента как в поле «Мин», так и в поле «Макс». Способ определения химического или компонентного состава вида отходов указывается согласно документации или с использованием количественного химического анализа. Если проводились лабораторные анализы, указать КХА, если состав определен на основании технических условий, стандартов и так далее, указать согласно документации. Если образуемый вид отхода перерабатывается на собственных мощностях, необходимо сделать соответствующую отметку в указанной графе. Прикрепите скан-копию паспорта на образуемый вид отхода, оформленный по типовой форме единым файлом. Типовая форма паспорта утверждена приложением номер 2 к приказу Минприроды России номер 1026 от 08.12.2020 года. Форма, утвержденная постановлением правительства РФ за номером 712 от 16.08.2013, действовала до 2021 года, также принимается. Если объекту, на котором расположена МНО, установлена первая или вторая категория НВОС, заполните сведения об установленных нормативах образования отходов и лимитах на их размещение в тоннах. Заполните реквизиты документа, которым они установлены в соответствующих графах. Укажите график работы организации. Заполните контактные данные сотрудника для дальнейшей работы по договорам, связанным с этим МНО. В течение 3 рабочих дней федеральный оператор рассмотрит заявку. После успешной регистрации статус МНО изменится на «Принято». В случае появления статуса «Отклонено» посмотрите замечание федерального оператора во вкладке «Версии и история». Скорректируйте данные согласно указанным замечаниям. В принятое МНО можно вносить изменения. Для внесения изменений необходимо нажать на кнопку «Внести изменения» и указать причину изменения МНО. После появления статуса «Принято» переходите на следующий этап –